Арксплюй Продакшн представляет. Привет, моя любимая. Как я говорил раньше, да, с приходом нового движка Dota 2 Reborn появляются новые баги. Давайте с вами рассмотрим такой довольно забавный баг. Я не знаю, насколько он применим в обычной игре, но все зависит от вашей фантазии. На старом движке время от времени на аппарата я собирал ему рефрешер, да? Ну, чтобы два раза ультовать. Почему бы и нет? То есть там шел колоссальный дамаг. А, сейчас я вам покажу, как можно сделать так, чтобы ульта сработала сразу в трех местах. То есть она, взрыв будет раз, два, три. Три точки, где будет взрыв. Хотя по факту только в двух точках будет нанесен дамаг от взрыва. И на третьей точке будет дамаг от волны. Ну, когда пролетает сверху, дамажит. Смотрите. А, это сложно сделать, но можно. Вот. Вы видите, да? По факту. Казалось бы, причем здесь Туск? Но его тоже задело. И три героя попали под ультимейт. Давайте я сделаю еще раз. Сейчас еще раз сделаю. Так, то есть мы, получается, ультуем. Когда первый раз ультанули, второй раз ультуем, летит наш снаряд. Используем рефрешер, указываем сразу сюда. То есть по факту, смотрите, как получается, да? То есть мы как бы ультуем сюда. Но, когда используем рефрешер, указываю сюда, ульта эта, она как бы типа отменяется. И взрыв происходит моментальный. Моментальный происходит здесь. То есть, если подумать, то смотрите, как можно использовать в обычной игре. Вы можете ультовать, например, в эту точку, да, ультанули. Опа, враги ушли. Вы нажали рефрешер, потом нажали сюда, и ульта мгновенно прилетает сюда. То есть вместо этой точки она прям моментально взрывается здесь. При этом здесь тоже идет дамаг врагам от волны. Когда пролетает. Еще раз, смотрите внимательно. Ой, не получилось, не получилось. Еще, ой, извиняюсь. Так, еще раз, давай. Надо просто надрочиться. Ну, давайте, давайте. Все, смотрите внимательно. Вот, видали, да? Три взрыва было. Раз, два, три. Двое продамажены, один попал под волну. Пишите в комментариях ваше мнение.